Министерством здравоохранения и соцразвития 2 мая репатриировано из России 6 детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Ализа Султонбекова. По ее словам, это 4 девочки и 2 мальчика в возрасте от 2 до 5 лет. В настоящее время они размещены в доме малютки в Бишкеке. Теперь специалисты проведут тщательную работу с родственниками, чтобы дети воспитывались в родных семьях. В случае отказа от детей, дети будут отправлены на усыновление, сообщила она. Она напомнила, что в этом году из Ирака также были репатриированы 79 детей. Работа по воссоединению семей ведется.